С почетом и уважением губернатор Андрей Воробьев вручил государственные награды в честь Дня Московской области. Ежегодная торжественная церемония награждения прошла в Доме правительства. По административным меркам мы достаточно молодой регион. Но Подмосковье, как часть России, имеет свою многовековую историю и всегда вносило большой вклад в развитие культурных, духовных традиций нашей страны, в ее военные и научные победы. Историю перемен пишут люди. Участие и целеустремленность жителей – залог успеха в любом деле. Я хочу поблагодарить всех, кто вносит свой вклад в развитие Подмосковья. 89 лет отмечает Московская область. В Доме правительства Подмосковья проходит награждение тех людей, которые проявили особый вклад в труде в 2018 году. От Щелковского района сразу двое награжденных. Орденом «За доблесть и мужество» награждается заместитель начальника отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации Щелковская Митрохин Александр Владимирович. В мае 2018 года при патрулировании Александр Владимирович бросился в задымленный подъезд спасать людей из огня, благодаря чему спасено было 10 детей и 15 взрослых. Главное, все спасены были в тот день, и все живы, здоровы. На тот момент все было машинально просто уже, что надо было разбудить всех, вывести всех, спасти всех, кто есть там, обогреть, сделать все возможное, чтобы не пострадало имущество. Почетное звание «Заслуженный ветеринарный работник» Московской области присвоили заведующему Монинской участковой ветеринарной лечебницы территориального ветеринарного управления номер 3 в Щелковском районе Валерию Романику. Я искренне благодарен вам. Вот, и я заверяю вас, что все свои знания, опыт я буду использовать во благо жителей Москвы. Спасибо. Всю свою жизнь я тружусь в этой отрасли и почти 30 лет в государственной ветеринарной службе. Вот. Мы всегда отстаиваем интересы граждан, их благополучие, их безопасность, чтобы люди могли смело прийти и в магазин или на любое предприятие приобрести продукты питания, знать то, что они абсолютно безопасны для них. Любая награда значима, потому что она не просто так дается. Это каждодневный труд. Поселение Монино на церемонии представляли кадеты школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени Покрышкина. Это будущие защитники Родины, будущие инженеры, специалисты военно-воздушных сил, гражданского флота нашей страны. Здесь со мной 30 человек, самых лучших, которые хорошо учатся. Мне очень хочется, чтобы эти ребята стали действительно государевыми людьми, собственно, как и задумано в кадетском образовании. Кроме щелковцев, государственных наград удостоились еще около 20 жителей Подмосковья. Поздравить отличившихся приехала делегация Щелковского района. Глава Алексей Валов, председатель Совета депутатов района Надежда Суровцева, глава городских и сельских поселений. Михаил Налетов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково» из Дома правительства Московской области.